Сегодня у нас 9 февраля 2014 года, 14.15. Ну, еще немножко не дошлифовалось, все-таки на 14-м абразиве, даже на больших оборотах это все не сразу делается. Поэтому давайте шлифанем дальше. Для этого нужно еще добавить абразивчика. Хоть абразив и мелкий, но обороты-то большие. И это позволяет снимать достаточно много рубина. Вот, то есть есть шанс достаточно быстро получить хорошую поверхность внутреннюю. Ну, как бы просветление еще не наступило полное, поэтому продолжим. Лишний материал надо убрать. Шлифовка на бамбуке. Намазываем солидольчиком. А теперь добавляем алмазного порошочка. Вот, теперь надо убрать его с рук. И все, и можно начинать. Сейчас обороты хорошие, там где-нибудь 1006, наверное, оборотов в минуту. Бамбук стирается, наверное, не меньше, чем рубин. Так, ладно. Протираем наше колечко. Вот оно уже фактически прозрачнее становится. То есть внутренняя поверхность была непрозрачной, а сейчас уже становится прозрачной.
Так, ну ладно, сейчас под микроскопом посмотрим. Стоп, машина.